Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Настоящий Троцкий» из сказки Реми Мейснера, Бориса Юлина, профессора Попова и других. Ужас какой. Сейчас вестник дури будет этих сталинистов разоблачать. Ты истинно верный марксист-ленинец и ведешь отчаянную борьбу за коммунизм посредством срачей в комментариях? Хочешь разить всех, кто кажется тебе оппортунистами, ревизионистами? Так, это похоже на начало хорошей рекламы. И всех, кто с тобой не согласен, но не всегда хватает аргументов. Помни, что в трудной ситуации тебе придет на помощь оно. Оно. Кургиняно. О, средство, которое мигом уничтожит все доводы оппонента и всесторонне дискредитирует его самого. Это верное средство. Обвинение в троцкизме. Троцкист, троцкист. Знаете, проведя 10 лет в левом движении и участвуя в левой медийной среде, я уже как-то даже без улыбки воспринимаю очередные троцкистско-сталинистские срачи, которые чаще всего напоминают что-то такое. Да потому что троцкист. А может, ты троцкист? И несколько лет назад... Ну, не знаю, мне кажется, в какой-нибудь революционной рабочей партии обвинение в троцкизме, в общем-то, не является обвинением, потому что они вполне открытые троцкисты. Ну, мы, кстати, не одобряем насилие, которое у нас сейчас происходит на экране. Это спортивный матч боксерский, если что. Когда на фоне кружкового под... И вообще это постановка. ...подъема и роста левых медиа марксистское движение чутка оздоровилось, мне даже показалось... Да, был кружковый подъем, но потом представители революционных кружков закончили школу и покинули марксистские кружки. Казалось в какой-то момент, что подобных срачей стало меньше, но нет, не оздоровилось, все возвращается на круги. Да, типичная дискуссия на экране. Между троцкистами и сталинистами. И своя. И тут мне стоит прояснить историю создания данного объемного видео. Некоторое время назад на канале Дмитрия Пучкова вышел ролик, в котором Клим Жуков расспрашивает Реми Мейснера про троцкизм. К сожалению, тезисы Мейснера представляли собой замечательный винегрет из правды, полуправды и самой адской лжи, которую опроверг... А еще у них есть отличный ролик, где они разбирают произведение Достоевского «Бесы». Всем рекомендую с моими комментариями найти это видео. Опровергнет не только маломальски читавший Троцкого, но хотя бы заглянувший в эту вашу Википедию. Сам Мейснер Википедию, по своим заявлениям, читать умеет, но, надо полагать, еще недостаточно хорошо освоил в ней функцию поиска. Не, в Википедии мне нравится так написано. Я понимаю, что от ошибок и ляпов не застрахован никто. Я, например, могу перечислить и у себя таких немало, включая неверную передачу позиции Троцкого по принципам распределения в одном из видео. Но одно дело единичные ошибки, и другое, когда почти весь ролик состоит из... Да, единичные ошибки, безусловно. Из ошибок. Видимо, людей более компетентных, чем Мейснер, которые читали все-таки труды Льва Давидовича не по диагонали и знают его биографию не только по советским обличительным агиткам 30-х годов, не нашлось. Ну что ж, написал я... А какое у собеседника Клим Сраныча вообще образование? Климу Санычу, что ролик хреновенький, устроился поудобнее... Смею предположить, что никакого. Приготовил попкорн и даже немного как-то жалел Реми Мейснера, столь глупо подставившегося под обстрел более прошаренных критиков. Короче, ожидал, что сейчас... Ох! Блять, как весело будет! Ну, оказалось, что кина не будет. Медийных троцкистов, способных дать ответ, в наших широтах либо не водится, либо они настолько интеллектуально нищие, что не способны... О, вот она, кстати. Революционная рабочая партия. Способны справиться даже с такой задачей. Я, конечно, немного расстроился, что историческая правда не восторжествует, но, в принципе, за... Да, то есть если где-нибудь в Америке и Западной Европе троцкисты — это чуть ли не мейнстрим местных левых, то, в принципе, на постсоветском пространстве до сих пор преобладают все-таки сталинисты. Бил. Ну а что, я не троцкист, я не сталинист. Мое глубокое убеждение, что к сегодняшнему дню смысл троцкистско-сталинистских противоречий во многом, хотя и не во всем, исчез. Изучив как труды Сталина, так и труды Троцкого, изучив перипетии партийной борьбы 20-30-х годов, я понимаю неоднозначность, сложность той ситуации, а также то, как нелепы типичные троцкистско-сталинистские штампы... Когда на разведопрос Гоблин? Не знаю, пока меня не приглашали. В итоге будет как с Семиным, короче, которому меня Стас звал. А потом Семин заявил, что это я пытался там куда-то прорваться на эфир зачем-то. Но это еще что? Один раз Семин перепутал Ленина с Гитлером и 20 апреля начал поздравлять с днем рождения как бы социалистического вождя в Твиттере у себя. А когда ему тактично намекнули, что это день рождения Гитлера, он удалил свой пост. Какой хороший стоп-кадр. Посмотрите. Ура! Вперед, рабочий класс! Ух!
лампы и их применение сегодня. Но только решил я закрыть глаза на все это дело, как в игру ворвался профессор Попов. Господи, как же профессор Попов похож на вот этих чудовищ из фильма про водопроводчика Марио. Просто невероятно. Хотя, наверное, никто из зумеров этот фильм не помнит. Я вас категорически приветствую. Почтенный профессор в последнее время отлично спелся с охранителем Стариковым, у которого чуть ли не все беды и передряги России последних столетий, включая Октябрьскую революцию, это деяния коварных англосаксов. И вот эта парочка лихо начала уличать в... Да, это не так. ...троцкизме Константина Семина. Причем после просмотра данного разоблачения даже поток сознания Рэми Майснера показался мне очень даже неплохим и аргументированным. Поиск троцкистов снова входит в мейнстрим. Завтра, если твоя... Так, кто бы мог подумать, что большая часть левой тусовки в интернете — это дебилы. Твоя точка зрения не совпадает с точкой зрения уважаемых медийных марксистов, большинство из которых не имеет ровным счетом никакого отношения к реальному левому движению, в троцкизме обвинят тебя, твоих соратников. Твою бабушку и твоего пса! Причем это все будет критикой не реального Троцкого и его взглядов, его действий. Это будет критика соломенного чучела, которое соорудили на свой вкус и в меру своей интеллектуальной испорченности сами многоуважаемые критики и назвали это... Ну, они все плохое просто называют термином троцкизм, все, что им не нравится. То есть они как бы не вдаются, естественно, там, в изучение нюансов работ Троцкого. Это троцкизмом. Оговорюсь, реального Троцкого, особенно позднего, в общем-то есть за что критиковать. Но тогда придется отойти от заезженных штампов, изучать наследие, деяния Льва Давидовича, не только по паре статей. Ну, ранний Троцкий вообще был этим народовольцем, народником. Тей Сталина. СССРом. А это, как ты понимаете ли, напряжно. И это я еще молчу про всякого рода сомнительный кинопром, типа сериала «Троцкий», который... Не знаю, не смотрел. ...создает карикатурные образы деятелей российского марксистского движения, оседающие в головах некомпетентной публики. А ведь есть еще и не только критики, но и яростные адепты Троцкого, рисующие его непогрешимый образ, что также оторвано от реальности. Поэтому я решил, что не лишним будет сделать этот, пускай, объемный, но зато подробный материал о теоретическом наследии Льва Троцкого, о перипетиях его политической борьбы, о белых и черных мифах, воздвигнутых вокруг его фигуры, ошибках, пророчествах, актуальности или неактуальности сегодня. Первая часть видео будет посвящена преимущественно теории Троцкого, вторая — практике, хотя их порой довольно сложно рассматривать по отдельности. Те, кто хотят простых ответов и шаблонных рассуждений в духе «ха-ха-ха, Троцкий лох, потому что ледоруб» или «Троцкий лучший, Сталин тиран». Отличная критика. «Троцкий лох, потому что ледоруб». Выключите это видео. А для тех, кто хочет разобраться в ситуации, мы начинаем. Ну, по этой логике тогда, используя эту систему аргументации, можно сказать, что коммунисты лохи, потому что 91-й год. Ну вот Кагарлицкий, кстати, этнический троцкист. О, наша любимая заставка, посмотрите. Такое ощущение, что влагалище с крылышками стало еще лучше. Начнем с того, что хоть данный ролик и будет, ну, очень длинным, он не может детально описать и проанализировать все нюансы выбранной темы. Поэтому, во-первых, многие цитаты будут выводиться на экран параллельно с повествованием, но не все они будут проговариваться, дабы не увеличивать и без того внушительный хронометраж. Это к сведению тех, кто преимущественно слушает ролики. А во-вторых, в описании будет ссылка на список источников и литературы. И это не только труды самого Троцкого, с которыми лень знакомиться 99% его хейтеров, и которые уже сами по себе ломают процентов 7. Да, и 99% его сторонников. 70 аргументов горе-критиков а-ля Майснер, Попов и иже с ними. В списке будут не только работы Ленина, Сталина, Зиновьева, Бухарина, которые необходимо изучать в комплексе с трудами Троцкого. В нем будет еще и целый ряд важных объектов. Зиновьев такой был упитанный, видите, в молодости. Активных и довольно свежих исследований. Это и статьи по узким темам, например, недавний материал на ресурсе Союза марксистов об исторической дискуссии 1924 года между Троцким с одной стороны и Сталиным. Я еще помню книжку, знаете, которую после 20-го съезда издали в Совке, она называлась «Троцкизм. Враг ленинизма». Когда встал... Ну, то есть после развенчания культа личности встал вопрос о том, как же относиться там к Троцкому, там, к Бухарину, к другим репрессированным. Потому что, ну, часть репрессированных при Сталине, она была реабилитирована при Хрущеве и Брежневе. И вот, собственно, так появилась книга, которая называлась «Троцкизм. Враг ленинизма». И там были, значит, цитаты всякие Ленина, вырванные из контекста, где там Ленин называет Троцкого иудушкой и так далее.
Что значит, все-таки там отдельных людей репрессированных мы можем, конечно, значит, реабилитировать, честных большевиков, но вот Троцкого, значит, ни в коем случае нельзя. ...и Зиновьевым с другой. Это и более объемные исследования, вроде книги Ричарда Дея об экономических дискуссиях в ВКПБ в 20-е годы, который просто ломает многие шаблоны и стереотипы. Наконец, это публикации общего характера, среди которых я могу выделить по факту целую книгу в трех частях, которая была опубликована не самым любимым мной изданием «Ленин Крю», но было бы глупо отрицать, что это одно из лучших... Ленин Крю. Это как Иисус Крю, только Ленин. ...отечественных исследований по теме. В общем, читайте, расширяйте знания, восполняйте пробелы, хотя я понимаю, читать... Это хлопотное дельце. Ютуб же в этом плане отстает. Да, хлопотное дельце, особенно если ты коммунистка. Это надо глазами двигать по строчкам, чтобы буквы в слова складывались. Это для тяжело. И на тему троцкого, троцкизма здесь крайне мало годных и тем более популярных материалов. Ну что ж, будем исправлять ситуацию. Заодно еще и затронем больные вопросы современных коммунистов в России. Больные вопросы современных коммунистов? Что же это может быть? Недостаток рыбьего жира? Начнем с теоретических изысканий Льва Давидовича. И тут сразу возникает вопрос. Пишут, как же Зиновьев на Хованского похож. Ну, что-то есть, да. Что-то есть. Может быть, немножко так в прическе и манере одеваться. А троцкизм как идейное направление, он вообще есть или его нет? Забавно, но столь нелюбящие друг друга политштурм и профессор Попов заявляют в один голос, что троцкизм-то существует, и это оппортунистическое мелкобуржуазное учение. Ну да, потому что и политштурмы Попов, они сталинисты. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но в то же время сталинизма, например, не существует. Сталин просто развивал ленинизм. Сталин неоднократно высказывался категорически. Добби понял, что диалектика не работающий говно. Руды понял, что на тупичке долбоебы. Неужели в Рунете есть коммунисты сиг больше 80? По поводу того, что сталинизма не существует. Слушайте, а если сталинизма не существует и не существовало, то как быть с журналом «Сталинист», который издавался при Сталине? ...против употребления такого понятия, как сталинизм. Да, был настолько против, что в Советском Союзе издавался журнал «Сталинист». Почему? Потому что он считал, что он ученик Ленина, и действительно он был великим учеником Ленина, очень способным, выдающимся учеником Ленина. Ну вот если мы почитаем Троцкого и его последователей, то они точно так же говорили, что троцкизма не существует, а есть только ленинизм, в то время как сталинизм существует, и это искаженная версия ленинизма. Именно поэтому изрядная часть троцкистов называла и называет себя не троцкистами, а большевиками ленинцами. Ну, кстати, бюллетень оппозиции, который издавал Троцкий, он так и назывался, как бы «Обращение к большевикам ленинцам». То есть там не было ничего про троцкистов. То есть сами троцкисты себя троцкистами не называли. По крайней мере, тогда. Всеми этими правопреемственными связями можно жонглировать как угодно. Тем более, что сам Ленин данный вопрос уже... Ну, это примерно как раскол на каких-нибудь католиков и протестантов. И все себя считают истинными христианами, а своих оппонентов еретиками. Уже никак охарактеризовать не мог. Но, по моему мнению, существуют в качестве разных концепций разной степени. Хотя в случае со троцкистами и сталинистами там не вполне понятно, кто от кого откололся. Так, киберженщина будет это зачитывать или нет, интересно? Дойки, рудойки, рудойки, рудойки. Надо биток врубить. Рудойки, рудойки, рудойки. Продолжаем смотреть не тупого. Не оригинальности и ленинизм, и сталинизм, и троцкизм. Если строить своеобразное генеалогическое древо российского марксизма, то можно констатировать факт. У Сталина больше оснований для того, чтобы называться идейным последователем и учеником Ленина. Хотя бы потому, что он от начала до конца придерживался большевизма и следовал в фарватере ленинской партийной и идеологической концепции. Да, со своими блужданиями и порой конфликтами с Лениным, о чем мы скажем далее, но тем не менее. Троцкий же развивался как теоретик и практик отнюдь не под крылом Ленина, а параллельно и подчас в жестких конфликтах с ним, о чем мы также скажем далее. Хотя Лев... Ну, вообще, да, кстати, это имеет смысл. То есть Троцкий — это скорее такой самостоятельный теоретик, который вообще поздно пришел в марксизм. Давидович впоследствии старался этот момент сгладить и объяснить. Я шел к Ленину с боями, но я пришел к нему полностью и целиком. Однако, если бы развитие под крылом у Ленина было некой такой... Да, но трахнул его все равно Зиновьев.
гарантии верности ленинским принципам и гарантии теоретической гениальности, то и Бухарина, и Каменева, и особенно Зиновьева можно было бы также считать верными ленинцами. Но эти граждане выкидывали порой такие теоретические и практические выверты, что мама не горюй, при этом занимаясь механическим цитированием покойного вождя, что давало повод уже позднему Троцкому несколько высокомерно называть их эпигонами Ленина. В то же время Троцкий временами заявляет, что Ленина некоторые называли троцкистом, намекая на то, что хоть оба деятеля и не были долгое время близкими соратниками, их взгляды были во многом схожими. И действительно, как мы увидим, схожесть в их концепциях, в том числе и концепции революции, присутствовала. В общем, фанаты... Ну, там была дискуссия на тему того, собственно, как правительство обозначить, потому что с позиции Ленина это, значит, рабоче-крестьянское правительство, а с позиции Троцкого чисто рабочее. Там тоже были нюансы теоретические. Сталина будут утверждать одно, фанаты Троцкого другое. Так что вопрос тут не только в правопреемственности, но и в оригинальности теоретической базы. Оригинальными пунктами теоретических изысканий Троцкого можно считать как минимум концепцию деформированного рабочего государства, вариацию теории... Ну вот, кстати, я не согласен с этой концепцией. Я считаю, что то, что было в Советском Союзе, это государственный капитализм, а не никакой не... деформированное рабочее государство. Ну, потому что оно не было рабочим, строго говоря. Оно было настолько деформировано, что оно не было рабочим, потому что власть не принадлежала рабочему классу. Перманентные революции, ну и критику замкнутого строительства социализма и сопряженные с ними моменты. Сталин в своих теоретических построениях также отходил порой ну очень далеко не только от классического марксизма, но и от ленинизма. Ну, классический пример вы видите на экране. Замечательные рассуждения вождя о том, что в отдельной стране можно утвердить не только социализм как переходную вариацию общества, но и вполне себе развитый коммунизм, притом с сохранением государства. Или вот... Коммунизм с сохранением государства. Но с точки зрения марксистской теории это вообще полный бред. Потому что, ну, коммунистическое общество, оно носит бесклассовый характер, а государство в рамках марксистской парадигмы рассматривается как инструмент классового подавления. То есть это аппарат насилия и принуждения, который находится в руках правящего класса. Поэтому сочетание коммунизма и государства это, ну, просто какой-то бред с точки зрения коммунистической теории. Что дает основание предполагать, что Сталин вообще очень слабо в этом во всем ориентировался на самом деле. То есть он просто жонглировал терминами, но не очень понимал, как их правильно использовать. Проект программы ВКПБ 1947 года. Ну, с другой стороны, надо понимать, что весь вот этот марксистский официоз идеологический, он, в общем-то, был нужен именно как некая такая официальная идеология для простых людей. Да, то есть вся вот эта идеология коммунистическая, она была нужна для того, чтобы вбивать в головы обычных людей, там, значит, чтобы в системе, где у них нет фактора материального поощрения труда, либо его недостаточно, чтобы у них были какие-то идеологические факторы, которые их понуждали действовать в интересах этого общества. Вот. А те люди, которые находились наверху, ну, если верить, по крайней мере, тому же перебежчику, значит, Бажанову, они особо во всю эту коммунистическую риторику не особо верили. То есть, в общем-то, там хватало людей здравомыслящих, которые понимали, что это просто, ну, шизофренический бред какой-то, рассчитанный на обывателей скорее. Тем забавнее, что у этой идеологии до сих пор есть какие-то последователи. Где говорилось о построении материальной базы коммунизма за 20 лет. Можно, конечно, сделать вид, что это не перечеркивание ленинской теории, а ее развитие. Можно даже призвать на помощь. Да, охуенное развитие. Ну, тогда в любой тезис, по сути, это развитие ленинской теории. Вообще любой. Помощь фокусы профессора Попова и оправдать такие... О, фокусы профессора Попова. Ахалай-махалай. И у нас как бы... Остаются деньги, значит, товарно-денежные отношения в рамках социалистического общества. На что указано, в частности, в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Отхождение с помощью диалектики. Но все это выглядит крайне... Да, квадралектики. Сомнительно. Так что преемственность, непреемственность, а то, что концепции ленинизма, троцкизма и сталинизма имели очевидные отличия, это факт. Это, кстати, скорее хорошо, чем плохо, так как Троцкий и Сталин развивали теорию в новых исторических условиях, которые Ленин не застал и не мог осмыслить. И чьи тезисы были бы ближе Ленину? Так, и в чем польза этой теории?